Приветствую вас в этом видео, с вами Вячеслав Опилкин, и сегодня я хочу записать отзыв о полученном подарке от проекта «Живая очередь». Вот, и я выиграл, получается, в недельной лотерее, два билетика у меня выиграло, и компания отправила мне денежки на то, чтобы я купил полезные книжки. То есть, и вот я купил такой вот безотказный онлайн-рекрутинг в соцсетях взял. Как не тратить время зря. То есть эти книжки для себя я взял по саморазвитию и продвижению. Вот. И также для своего сына я взял тоже две хорошие книжечки. «Волшебник изумрудного города» и «Маленький принц». Все, спасибо проекту за то, что радует и балует нас такими подарочками. Вот. И всем советую принимать участие в нашем проекте и получать вот такие вот прекрасные подарки, а также зарабатывать очень хорошие деньги в этом проекте. Все, на связи был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.